В Махачкале прошла благотворительная акция под названием «Профсоюз детям». Особое внимание было уделено детям врачей и медсестер, родители которых в сложное время были на передовой в борьбе с пандемией. Инициатором проекта выступил профсоюз здравоохранения республики. Подробности у Алины Багиловой. Новогодние утренники продлились 4 дня в кукольном и русском театре. За это время удалось порадовать более 900 детей из разных муниципалитетов и городов. И та нагрузка, которую наши медицинские работники взяли на себя и несут ее с честью и достоинством, заслуживает огромного уважения. И нам кажется, что то, что сегодня мы делаем, это малая толика той благодарности, которую заслужили наши коллеги. Помогать в организации культурного праздника вызвались и волонтеры, которые ловко и быстро пристроили у елки целую гору сладких подарков. Это дань нашим медработникам, которые в этот сложный год были на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. И какой-то маленький вклад с нашей стороны – это сегодня прийти и помочь в организации этого праздника. Веселая музыка, яркие декорации и театральные постановки с любимыми детскими героями создали теплую атмосферу новогоднего праздника, которая была приятна и детям, и взрослым. Зависай за годами, за широкими долами стоял домишко. Погналила. Спасибо, бабуля. Коронавирусом дома сидят, а так хоть среди людей, хоть посмотрят, культурное какое-то воспитание получают, да? Кажется, без заряда позитива не остался ни один ребенок. Ведь они смогли окунуться не только в сказочную атмосферу, но еще и получить сладкий подарок от самого Дедушки Мороза. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала.